Вот они, белые щеночки. 5 месяцев. Так, мы валили отсюда. Здоровые они уже, вон. Просто здоровые. Иди сюда. Нечего. Они вон, ну, сравнить даже вот Аян. Вот, и эти кабанихи. 5 месяцев. Ну, очень крупные, очень крупные. Такие вон. Вот 2 девочки белые остались у меня. Не стал я продавать просто желающим, чтобы в квартирах жили. Ну а охотников не нашел, которым вот нужны хорошие именно собаки. Ну, поэтому, ну, может быть, так оно и надо, чтобы они у меня остались. Сейчас на медведя на потаскаю их. Такие вот красавицы. Одинаковые. Ну вот они, скоро. Мамка. Они даже по сравнению с мамкой. Ну, здоровые ребята. Давай, давай, давай. Давай сюда. Ага. Мамка на границе. Вот сегодня 1 мая. Еще у нас снежок такой лежит. Так, ну осторожнее меня. Сейчас телефон из рук вылетит. Все, одну поймали совместными усилиями. Ну а чё, пусть вдвоем охотятся. Нормально, буду брать этих, тех, по очереди буду брать. Сейчас хотел на медведя вывести. Колыма рано вскрылась. Все же, через Колыму, через реку не проедешь на машинах. Вся тундра уже плывет, все. Реки повскрывались. Я не успел там пробраться, теперь только на лодках пойдем по открытой воде. Ну, ими здесь раздоем. А ты что прибилась? А? Иди, иди, сестру выручай.